1 мая, 9 мая, Пасха, Радоница – ряд крупных спортивных мероприятий. Сейчас сотрудники полиции отрабатывают схему несения службы в праздничные дни. Проведены рекогносцировочные мероприятия, проговорены все маршруты патрулирования, которые будут максимально приближены к местам массового скопления людей и мероприятиям данным. Имеется полный расчет по задействованию сил оперативными службами, также службами участковых. Сотрудники ГАИ заменили ряд дорожных знаков, где-то изменили разметку. На все это участникам дорожного движения надо обращать внимание, поскольку схема движения транспорта может меняться в зависимости от мероприятий. С 7 утра 28 апреля по 23 часа 1 мая у нас будут вводиться ограничения в Олимпийском парке. Значит, на улицу Триумфальная у нас будут запрещен въезд с улицы Журналистов, Староохотничьей и Перелетной. Также планируется установка 4 контрольно-пропускных пунктов, где будут нести службу волонтеры, которые будут обеспечивать Формулу-1. Все эти мероприятия будут направлены для того, чтобы исключить въезд, кроме маршрутных транспортных средств и такси, фонового транспорта.